История любви Шотика и Тамуны очень простая. Да нет, не простая. Все началось в 2003 году. До нашей эры. Была ли это любовь с первого взгляда? Да, конечно! И обоим стало ясно, что жизнь друг без друга невозможна. Возможно, в этом мире ты всего лишь человек, но для кого-то ты целый мир. Любовь – это готовность провести вдвоем вечность. Любовь, которая боится препятствий, не любовь. Любить – это значит находить в счастье другого свое собственное счастье. Нужно иметь что-то общее, чтобы понимать друг друга и чем-то отличаться, чтобы любить друг друга. Сказать «я люблю тебя» займет несколько секунд. Показать «как» – всю жизнь. Любовь – это когда чувствуешь, что прозевать кого-то – значит прозевать свою жизнь. Любовь – это когда перестаешь колебаться. Любовь – это просто, это когда берешь за руку и чувствуешь, как начинаешь сходить с ума от счастья. Какие бабочки, какие насекомые. То, что творится внутри тебя, когда ты любишь кого-то, это вообще никак не объяснить. Любовь – это видеть чудо, невидимое для других. Любовь всегда обещает несбыточное и заставляет верить в невозможное. Их любовь была? Настоящая. Романтичная. Страстная. Волшебная. Искренняя. Безумная. Ссорами. И самыми нежными примирениями. И казалось, что мы являемся свидетелями чего-то большого. Глаза радовались. И тепло их любви согревало даже нас. Порой бывало и такое. Случалось и такое. И даже такое. И пусть ваше совместное путешествие будет похоже на сказку. История любви Шотика и Тамуны. Я с руками что-то сделал. Не такая красота. Так, вы так на меня все смотрите, я не знаю, что мне делать. Любовь, которая боится препятствий. А ничего, если я с микрофоном прям подальше лучше упаду? Уйди, Саша, уйди. А можно я посмотрю, как? Сказать «я люблю тебя» займет несколько секунд. Любовь – это когда перестаешь колебаться. Колебаться с... Можно третий? Вот последний сказать.
это как... Нет, А? Любовь это просто, это когда берешь за руку и чувствуешь. Да? А потому что я задумалась, это любовь. А как я говорю искренне? Безумная. Еще? Все, еще раз скажем все.